ты имеешь подход к женщинам? Стараюсь, слово, стараюсь. Но так хорошо, как у Глеба Матвейчука, у меня, наверное, никогда, Лола, не получится. Но на этот вопрос сможет ответить только Марина Девятова. Глеб Матвейчук и Марина Девятова. Я купил тебе цветы, ты сказал, шел бы ты, ты ответил, хорошо, и за новыми пошел. Я читал тебе стихи, я зевала от тоски, а когда тебе запел, ты сказала, беспредел. Я тебя такую, атакую, атакую. Зря вздыхаешь и воркуешь, не сходи с ума. Эй! Ты меня такую, атакуешь, атакуешь. Завоюю, зацелую, ты ответишь да. Ты подъехал на авто, но тебе авто не то. Я дала понятный знак, что ты сказочный чудак. Мне кричат со всех сторон, в мире женщин миллион. Чем же ты меня взяла, зацепила, завела? Я тебя такую, атакую, атакую. Зря вздыхаешь и воркуешь, не сходи с ума. Эй! Ты меня такую, атакуешь, атакуешь. Завоюю, зацелую, ты ответишь да. Я тебя такую, атакую, атакую. Зря вздыхаешь и воркуешь, не сходи с ума. Почему не атакуешь, не вздыхаешь, не воркуешь? Я схожу с ума. Я тебя атакую, атакую, атакую. Завоюю, зацелую, ты ответишь да. Я тебя атакую, атакую, атакую. Зря вздыхаешь и воркуешь, а не сходи с ума. Ты меня атакую, атакуешь, атакуешь. Завоюешь, зацелуешь, ты ответишь да. Завоюю, зацелую, ты ответишь? Да. Марина Девятова и Глеб Матвейчук, с Новым годом! Счастья! Какие красивые пары у нас сегодня.